Ребят, всем здравствуйте! С вами Гусева Татьяна. И сегодня я хочу поделиться с вами результатами рекрутинга, используя непосредственно только метод контекстной рекламы. Я выращиваю свою молоденькую новенькую веточку. Эту ветку я обязательно доведу до директорства, да, до логичного результата. Эту ветку я строю под своего сына, как я вам ранее рассказывала. И туда я настроила контекстную рекламу. То есть туда я не регистрирую руками людей. Запустила рекламу, и люди туда регистрируются сами. Если говорить о плюсах контекстной рекламы, они есть. Сейчас я вам быстренько расскажу, но там есть и определенный минус. Поэтому контекстную рекламу воспринимать как панацею, да, исключительно как метод, при котором растут, и так, и только так, нельзя. Почему? Объясняю. Контекстная реклама чем хороша? Плюсы. У вас свободны руки. Вообще свободны. То есть вы рекламу настроили, дальше живете, тусите, занимаетесь своими делами, получаете оповещение о входящих регистрациях, далее связываетесь с этими людьми, предоставляете всю информацию, сопровождаете, помогаете оформить покупку и так далее. Далее поддерживаете связь, да, оповещая об акциях, каких-то изменениях и все остальное. То есть все круто, классно. Люди сами приходят уже готовые с каким-то целевым запросом. Почему? Потому что они же искали именно Faberlic. Они же хотели зарегистрироваться именно Faberlic. То есть у них уже в голове есть какая-то хочушка, да, то есть они уже что-то там хотят купить. То есть вам остается попасть в этот целевой запрос и, соответственно, получить какие-то конверсии, да, получить в нашем случае покупки, да, увеличить свой товарооборот. Из минусов что? Из минусов это то, что способ платный, способ такой, в принципе, требующий вложений определенных. И еще из минусов то, ну, такой относительный, но минус, то, что здесь приходят все-таки покупателями. Покупатели. Вывести таких людей на ключевиков, на ключевых партнеров будет все-таки сложнее, потому что люди сюда не пришли с запросом поиски работы. Они сюда не заинтересовались вами как лидером, чтобы с вами сотрудничать. Они сюда пришли покупать. И вдруг из покупателей вы хотите перевести в бизнес-партнеры. Это будет сложнее. Поэтому для того, чтобы ускорить динамику роста, для того, чтобы укрепить свою структуру, метод контекстной рекламы, естественно, это шикарный метод. Но для того, чтобы здесь заниматься бизнесом, четким бизнесом, открывать новые звания, выстраивать новые директорские ветки, нам нужны ключевые партнеры. Нам нужны люди, которые тоже будут заниматься рекрутингом, которые активно потом будут обучать своих людей и так далее. А для этого нам нужно этих людей искать. Искать через какие-то диалоги, через личный бренд и так далее. Ну, есть масса способов, поэтому метод спама, добрый, старый, хороший метод спама – это все-таки основной. Поэтому очень сильно заблуждаются те, кто говорят, что «Ой, я сейчас вырасти невозможно, потому что сейчас все растут на рекламе, а у меня на это нет денег». То я вас сразу так могу осечь и сказать, что нет, неправда. Ручными методами точно так же активно растут и открывают и новые звания, и выстраивают свои хорошие ветки, но растут те, кто слушает своего наставника и выполняет все рекомендации. То есть, если вы собираетесь круто расти, открывать свои какие-то новые горизонты, новые звания, премии, поездки, короче, хорошие зарплаты получать, то вам нужен ручной рекрутинг. Если вы хотите супер быстро расти, то к ручному рекрутингу вы добавляете метод контекстной рекламы. Вот это будет вообще бомба. Почему? Потому что показываю на примере своей веточки. Вот моя ветка, молоденькая. Здесь я провожу регистрации исключительно только в первую линию. У нас есть такие крутые инструменты. Вот здесь вот на сайте Promo Faberlic, которые позволяют распределять регистрации так, как нашей душе угодно. То есть я могу настроить рекламу так, что будут идти регистрации в первую линию только мне. Либо в первую линию мне и лидеру или лидерам, под которых я это настрою. Либо регистрации будут идти непосредственно в ветке. То есть люди будут регистрироваться, выстраиваясь в группы, в веточки. Ну, здесь очень много всего классного. Есть роботы, которые будут собеседовать для рекрутинга, да, то есть собеседовать с человеком и на бизнес, да, на работу. Есть роботы для обучения. Ну, короче, очень здесь много всего. Он огромный, как вы видите, здесь масса разделов. И все это разделы, и все это рабочие инструменты, но сейчас не об этом, не будем останавливаться. Я единственное, что хочу показать. Здесь плюсом на этом сайте есть еще и рейтинг. То есть люди в нашем проекте, во всем нашем проекте, весь проект Faberlic онлайн, которые для регистрации своих новичков, своих людей
используют вот эти вот ссылки, а используют, я вам скажу сразу, что в принципе все используют, так вот эти люди у нас выстраиваются здесь в определенный рейтинг, и этот рейтинг состоит из 20 мест. В прошлом каталоге, да, возьмем 9, сейчас у нас 10 начался, каталог номер 10, первый день, возьмем 9, в прошлом каталоге в 9, в этой двадцатке я оказалась уже, да, на 13 месте, то есть у меня за каталог вышло 51 регистрация. Вот эта 51 регистрация у меня распределилась, большая часть ушла ко мне, в мои веточки, в мою первую линию, то есть туда, куда мне это нужно, и меньшая часть ушла вот в эту ветку, про которую я вам сейчас рассказываю. И еще плюсом вот в эту ветку со второго кабинета у меня тоже идет контекстная реклама. Вот она, да, здесь она у меня настроена. И вот в эту ветку, простите, и вот в эту ветку тоже были проведены за 9 каталог регистрации. Давайте посмотрим, посчитаем сколько. То есть там 51 регистрация с того кабинета, с этого кабинета. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 регистраций. То есть там 51 регистрация, и здесь еще 16. 51 и 16, это сколько у нас? 67 человек я зарегистрировала методом контекстной рекламы в прошлом каталоге. И того, что я имею. За 9, то есть прошлый период, эта веточка у меня выросла почти что на 9%. Вот уровень 9% – это 600 баллов. Здесь 562, но личный объем 0, потому что строю я эту веточку под своего сына, строю, выстраиваю именно в первую линию для того, чтобы получать с этой ветки максимальный доход. Когда в этой ветке с ручного рекрутинга, кто девочки приходят, когда они, я увижу, что там есть какой-то лидер, который реально прям обучается, включается в работу, прям делает все, что... Ну, человек загорелся, я прям понимаю, что это лидер. Тогда я подключусь и буду помогать тоже ростом, в росте и все остальное. Но пока здесь только вот покупатели с контекстной рекламы. Поэтому это мой результат. Это я одна, один человек вывела ветку уже на 9%. А теперь подумайте, а если бы здесь было два лидера, которые бы вели регистрации, то здесь уже было бы больше 1000 баллов. А если бы здесь было бы 6 лидеров, то это уже была бы ветка полностью директорская, да? Что я хочу сказать? Для полноценного роста ветки достаточно 2-3-4 человек в группе. Вот если у вас есть в одной ветке или под вами, да, смотря как вы растете, о чем говорить, если в вашей команде есть 3-4 хороших рекрутера, даже если их 2 рекрутера, то это уже хороший динамичный рост. При этом, если вы используете методы ручного рекрутинга, только полноценно используете, не так, что вы, у вас там 10 страничек, и вы один раз в неделю на них заходите, это не называется, что вы работаете, это вы ничего не делаете. А если вы в день делаете определенный охват, каждый из вас там 200-300 сообщений рассылаете, и полноценно общаетесь в группах, ведете свой бизнес, да, обучаете людей, тогда у вас вообще динамичный рост. И плюсом к этому росту вы подключаете контекстную рекламу, тогда вы просто бомба, вы просто взлетаете. Это я вам 1000% говорю. Поэтому очень ошибаются те, когда говорят, что, блин, сейчас все растут на рекламе, а вот у меня денег на рекламу нет. Ну, блин, это неправда, я вам еще раз говорю и заявляю на 1000%. У меня вот есть лидеры, да, я перед глазами, это, своими глазами вижу, как девочки растут и рекрутируют непосредственно только ручными методами. Про ручные методы мы тоже поговорим потом в следующем видео. Так вот, если говорить о динамике прироста за один каталог, вот в этом каталоге, в этой ветке у меня 562 балла, а в прошлом каталоге, это 295 баллов. То есть за один каталог я, один человек, сделала прирост в 2 раза больше. То есть 2 раза увеличила свой товарооборот. Поэтому, девочки, кто собирается к нам приходить рекрутировать, кто собирается расти, у нас есть масса всего крутого в нашем проекте, включая тоже то самое обучение. Здесь у нас обучение разбито на несколько разделов. Здесь общий есть раздел, есть тренинг для новичков, есть блок обучения там 25 баллов. Посмотрите, какие крутые методы, они все рабочие. Есть на 50 баллов, да, различные тоже методы, включая и ручные методы, опять-таки еще раз. И блок обучения от 100 баллов – это уже настройка непосредственно рекламы.
Здесь может быть у нас реклама какая? Это может быть реклама контекстная в том самом Яндексе. Это может быть реклама через где он? Через Facebook, Instagram, нынешняя запрещенная в России сеть, но, слава богу, с нами сотрудничают люди и Кыргызстан, Казахстан, Белоруссия, ну, все остальные, Молдова, все остальные страны, где метод таргетированной рекламы по-прежнему доступен и по-прежнему остается рабочим и приносящим хорошие результаты. Почему? Потому что он и так был вообще шикарный, а на сегодняшний день слилась конкуренция, вся Россия отвалилась. Украина полностью ушла, то есть освободилось огромное поле для деятельности. Вам остается только брать, обучаться, запускать это все и получать шикарные результаты. Поэтому я вам еще раз говорю, да, что те, кто хотят расти сегодня, те, кто хотят открывать новые звания, те, кто хотят открывать, получать премии, вообще выходить на хороший доход. Кстати, о доходе тоже, если к этому вернуться, я вот здесь подготовила чеки. Это мой доход за 21 день за этот текущий каталог. То есть видно, да, с 06.06.22 по 26.06.22. То есть за предыдущие 3 недели я получила выплату 72,5 тысячи рублей. Да, 72 656 рублей и 78 копеек. Если пересчитать этот доход на месяц, то у меня 104 тысячи рублей в месяц. И вот прошлые каталоги. Здесь 77 тысяч рублей. Внизу, да, я подчеркнула, все видно. 72,5, 66, почти что 67 тысяч рублей. То есть я это зарабатываю сама, сидя дома. Это мой бизнес, это моя работа. И мне нравится этой работой заниматься. Я получаю хороший доход. И мой доход увеличивается от периода к периоду, да, от сезона к сезону. Он идет по нарастающей, и я буду получать еще больше. Я сейчас выращу эту ветку, ко мне придут еще новые другие лидеры, которые включатся в работу, потому что у нас здесь невозможно не расти. И человек, который дружит со своей головой, который понимает, что, блин, как круто сидеть дома, ну, быть свободной в передвижении, быть свободной в своих целях, мечтах, убеждениях, в финансах быть свободной, что ты приходишь здесь и зарабатываешь, и при этом ты ходишь где хочешь, ты ездишь где хочешь, ты детям своим можешь позволить, ты можешь позволить себе хорошую машину купить, хорошую просторную светлую квартиру, ты можешь позволить себе кушать вкусную еду, да, ходить в рестораны, одеваться в классные вещи, там, в хорошие, в брендовые, например, помогать своим родителям, построить дом. Да блин, у каждого свои какие-то есть запросы. То есть все это реально, все это рабочая тема. Я вам вот показываю, что я это делаю сама своими руками. Мне тут никто не помогает, никто под меня ничего не строит, никто там за меня не рекрутирует. Я это делаю сама, и я могу научить вас. Поэтому ссылочка на регистрацию, на мои контакты, вот вы видите на экране, под любым видео есть мои контакты. Девчонки, пишите. Сейчас лето, скоро осень, это вообще будет бомбическое время роста. Даже сейчас летом, когда все разъехались, когда все в отпусках, и то я вам показываю результаты, которые делаю я, один человек, работая не на 100%, потому что, так как я сказала, что я сюда не основной поток регистрации идет в эту ветку, остальные даже не буду показывать, вот, не основной поток регистрации сюда идет. Если бы сюда шел основной поток регистрации, то здесь было бы гораздо более большая цифра. Поэтому не прожигайте свое время даром, не сидите, не ждите у моря погоды. Быстренько собирайтесь, пишите, руки-то в руки берем, телефоны рекрутируем, интернет, чтобы был оплачен, голова включенная, ясные глаза, ясный ум, и идем вперед за новыми чеками, за новыми уровнями, за тем, чего мы сами хотим. Всем желаю удачи, отлично, что дослушали, если дослушали, значит, вам это интересно. А раз интересно, не теряя времени даром, пишите, я вас жду.